В селении Кахиб Шамильского района прошел турнир по стрельбе из охотничьего оружия «Сайга», посвященный памяти отважного горца Мирида имама Шамиля Пахута. Вспомнить отважного горца в Кахиб съехалась молодежь из 34 населенных пунктов. Среди 100 стрелков победителем стал Ирисхан Абдурахманов из селения Гор-Хиндах. Второе и третье место, соответственно, заняли Якуб Гасанов из селения Харада и Абдулхалик Абдулхаликов из селения Голотль. Победители и призеры награждены кубками, медалями и денежными премиями.